В рамках акции, посвященной Международному дню инвалида, сотрудники Одинцовской госавтоинспекции напомнили об уважении к людям с ограниченными возможностями. Дорожные полицейские провели профилактические беседы с водителями, рассказали об ответственности за нарушение правил парковки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов и о существующих морально-этических нормах. В завершении акции всем участникам раздали тематические листовки.